Выполняется процедура коррекции периорбитальной области с помощью канюли и препарата 3D Eyes. Этот препарат универсален и топичен к проблемам периорбитальной зоны. Процедура может выполняться как иглой, но в данном случае речь пойдет именно о канюльной технике. Как известно, глаза – зеркало души, и периорбитальная область очень подвержена возрастным изменениям. Именно поэтому мы выбираем для работы препарат 3D Eyes и не боимся отеков, которые часто могут возникнуть в этой области. С помощью этого препарата мы будем решать три основные проблемы. Это избыток кожного лоскута, это гиперпигментация или так называемые глаза панды, и устранение морщинок, а также отека, который очень часто встречается в данной зоне. Курс будет зависеть от того, используем ли мы иглу или работаем канюлей, а также количество сеансов. Если мы работаем иглой, классические сеансы проводятся раз в 7 дней от 3 до 5 сеансов. Если же, как на данной демонстрации, мы работаем канюлей, 3 сеансов будет достаточно, периодичность раз в месяц. Размер канюли 25G. Преимущество работы в данной технике, конечно же, атравматичность. В данной зоне мы видим наименьшее количество синячков именно при работе с канюлей. Что касается результатов процедуры, конечно же, они не заставят себя ждать. Уже после проведения первого сеанса вы увидите выраженный эффект в виде устранения отеков периорбитальной области, улучшения цвета лица и сокращения кожного лоскута. Также не только от воздействия препарата, а именно от самой канюльной техники.